привет. Игорь, наше с вами бдение продолжается. Я от вас получаю почти каждый день вот такие фотографии. Мне, то, что здесь произошло, когда, ладно, когда плод на ростовой, это мы уже проходили, а когда на плоде появляется уже достаточно солидная ростовая ветка, это сама по себе сенсация. А самое интересное, плод того, что превратится, и как это дальше будет, через месяц-два. Продолжаем. Случай исключительный. Вот. И смотрим. Вот это вот вход в погреб. Погреб – это отхожее место посреди абакана. Ну, догадайтесь, если где-то там немцы или швейцарцы, или как их там зовут, значит, у них даже в лесу туалеты стоят, чтобы, не дай бог, бумажку где не кинули. Даже в лесу. Вдоль туристических троп стоят туалеты, представляете? А у нас вот захотелось, вот нашел погреб посреди Абакана. Рядом высотная современная это, поликлиника. Вот так вот. А почему я показываю? Уже по этой причине, да? А мы все, она заставляет эти самые листья убирать, ценнейший материал, а потом еще сжигать. А вот когда-нибудь это будет переиграно, не то, что сжигать, а трогать нельзя его вообще, подойти и трогать. А нет, тюрьма. Вот когда-то так будет. А это просто для меня символ. Солнца нет. Любую возможность находит семечко, чтобы даст плод. И чтобы это все погубить, нужно так стараться, и мы всей страной стараемся их погубить. Сколько сил вложено в это? Проходили, еще будем проходить.